Центр избирком обратился к правительству с просьбой предоставить дополнительные средства для открытия 150 избирательных участков за рубежом. По словам председателя ЦИК Дарина Чемила, официальный ответ до сих пор не был получен. Деньги мы запросили, ждем решения Кабмина. Думаю, что в лучшем случае оно появится на этой неделе. Необходимо пополнить смету расходов для досрочных парламентских выборов. Отвечая на вопрос, почему ЦИК открыл 150 участков, а не 190, как было в первом заключении, Чемил посоветовал обратиться в МИДЕЭ. Вопросы следует задавать Министерству иностранных дел, которое может пролить свет на соответствующие обстоятельства в новом заключении. Спасибо. 23 июня Центральная избирательная комиссия приняла решение открыть 150 избирательных участков за рубежом для выборов 11 июля. Между тем, апелляционная палата и ВСП обязали ЦИК обеспечить работу не менее 190, как предусмотрено в первоначальном заключении МИДа. В сообщении для прессы комиссия дала понять, что количество определено, исходя из сметы расходов на организацию выборов.